Ну что, все, наступил день тишины. Типа перед выборами и надо молчать всем. А нам плевать, ложить нам большой и толстый на этот день тишины. Мы будем говорить в этот день тишины то, о чем захотим говорить. Потому что мы не подпадаем под действие украинских законов, с чем вас и поздравляем. Сегодня на программе у Савика Шустера проходил опрос. Пытались ли вас подкупить кандидаты в депутаты? И люди ответили, там 12% только ответило, что их пытались подкупить. Вы представляете, а раньше, вот провели опрос, а раньше пытались подкупить, там вроде было 25%. Короче, уменьшился подкуп. А я скажу свое мнение. Раньше людей считали животными, их пытались подкупить деньгами. Сейчас людей считают животными, но их пытаются подкупить даже не деньгами, а дерьмом, кашей, просом, вермишелью, покраской каких-то там их дверей в подъезде и тому подобными вещами. И я просто представляю себе вот этих пиарщиков, которые подкупают этим просом, вермишелью, всяким остальным дерьмом людей, избирателей, которых власть типа там во что-то считает. Считает она этих избирателей обычным стадом, обычным быдлом. И проса надо как раз таки сыпать быдлу, чтобы оно там поело, и проголосовала так, как надо, и не мычала особо несколько лет. Итак, представим себе пиарщиками Петра Алексеевича Порошенко. Так, ну что, Васечек, давай-ка им отгрузим каких-нибудь дерьма какого-нибудь пожрать. И кофе в пластиковых стаканчиках, самый дешевый давай какой-нибудь. Они в очереди все равно встанут, давай-давай. В кульках можешь им что-то навалить, сладкой ваты им навали. И детишкам кофеечек налей в пластиковых, да. Нормально, очередь. Главное, не особо креатив. Вот продаем картоху какую-нибудь по дешевке. Да, если ты к тому же, если ты директор какого-то супермаркета, что тебе не продать? Продаем машину картохи. Вон, бабы станут в очередь, запомнят тебя как мецената, раздаваем свои там агитки. Нормально все. Ты еще о подрастающем поколении не забывай. Бери детей самых маленьких, пусть это раздают. Народ детей любит. Пофиг, что ты там незаконно, законно. Ты представляешь президента, ты все можешь. Бери детишек и, короче, эксплуатируй, как говорится. Возраст согласия с 10 лет. Что я же советую? Кашу отгружаем. Просто вот свари им какую-нибудь кашу вонючую и давай. Я тебе говорю, они будут стоять в очередь. Они нищие сейчас. Смотри, смотри на эту бабу. Опа, салфетки украла. Теперь смотри. О, лупанула кашки. Сейчас еще с собой заберет. Поверь, нищеброды. Вот если хочется покреативить, срежем пару веток возле подъезда. То, что надо делать вот коммунальщикам, то ты сделай перед выборами. И все. А потом забей, конечно, на этих лашпандеев. Ну вообще, ветки резать дорого. Покрасим подъезд какой-нибудь дерьмовый цвет. Самую дешевую красочку бери. И измашем двери, нормально. Им понравится, они, я тебе говорю, нищие плюс тупые. Они проголосуют, будет все чики-пуки. Если уж совсем эконом-пакет, то засунем какое-нибудь вот лекарство, типа аптечка здоровья, вот команда здоровья «Солидарность». Засунем, короче, туда какую-нибудь дешевку, знаешь, вот вообще дешевизну какую-нибудь, зеленочку, настойка пустырника. Свою рожу обязательно надо засунуть туда, чтобы они знали, за кого голосовать. Кто их благодетель. Побольше туда какого-нибудь бинтов обязательно копеечных. Вот что-нибудь такое. И что я тебе посоветую? Знаешь, что угля активированного. Чтобы вот просраться им было, знаешь, и чем закусить еще. Углем активированным. Чтобы мысли были чистые. Я думаю, что определение по поводу тех, кто приходит, выстраивается в очередь с запросом или за копеечным кофеечком в пластиковых стаканах, еще круче. И вы того достойны, ребята. Ребята, продающие свои голоса за вонючую кашу. Ой-ой, и вы, конечно, меня спросите, а за кого голосовать? Вот тут много чего рассказала, за кого же нам голосовать? А я отвечу, в сортах говна не разбираюсь. Проголосуй за Гитлера или за Муссолини. А выбери, кто лучше маньяк, Анна Приенко или Чикатило. А?